Всем привет, ребята! Здравствуйте, с вами Братуха, это игра War Robots. Помните, да, прошлый видеоролик, который называется «Передайте привет клану Трэш». Поаплодируем клану Трэш. Ну, вчера попался просто 4 бойца, прямо лихо на боевых конях победили. Рандом завалили на базе, всех отмутузили, отметелили, вчетвером нагнули. Прямо поаплодируем еще раз клану Трэш. Я, знаете, наверное, ввиду, как бы сказать, ну, не особого, да, у меня, как бы, претензий к клану Трэш, а просто, наверное, каждому клану теперь будем аплодировать, который будет мочить взвод, каждому клану. Будем аплодировать, каждый клан будем ставить на учет. Да, молодцы, учет, доска почета, вот так, молодцы. В общем, значит, у нас получается... Так, значит, получается, под прошлым видеороликом аплодисменту клана Трэш появились комментарии. Комментариев 30. Мало комментариев, но все равно комментарии есть, комментарии существенные есть. Я попросил в прошлом видеоролике обозначить количество времени, где вы заработаете 50 миллионов серебра. Я попросил это сделать, типа, за сколько времени игры вы сможете прокачать с 11 на 12 уровень. А некоторое оружие и роботы качаются за 70 миллионов с 11 на 12. Это причем, ребята, всего 11-12 уровень. Не считая пошагово до 11, потом после 12, 13, 15. Не считая того, что у вас еще несколько оружий на роботе. Не считая, что самого робота надо качать. Не считая, что у вас 5 таких роботов, 5 слотов. Вот, и у каждого робота тоже такие пушки, не считая, что у вас еще нужно ресурсы каким-то образом зарабатывать на пилотов. И, ребята, я таки, после прочитав эти комментарии, понимаю прекрасно, что в игру War Robots, когда вы качаете игру, нужно быть уже в априори донейшеном, понимаете? Я считаю, что разработчики нашей любимой с вами игры должны сделать каким образом? Они должны предоставить информацию при скачивании игры. Если вы зарабатываете денег достаточно, чтобы донатить в среднем 10 тысяч рублей в месяц в игру, то мы вам советуем ее скачать. Если вы недостаточно зарабатываете и кроме денежных вливаний вы потратить готовы только время, то вы все равно не добьетесь никаких успехов в этой игре. Хотя если как некоторые индивидуумы появляются в игре и говорят: «Володя, я без доната добился всего, чего добился». Ну, это, во-первых, это или балаболы, или, во-вторых, ну, по акции покупают, или, во-вторых, они играют по 10-12 часов в день. Что, блин, мы с вами прекрасно понимаем, что не все так могут. А мы говорим про всех. Про индивидуумов-задротов это вообще особая история. Это отдельный вид людей. Я тоже таким когда-то был. Сейчас у меня семья, дети. Ну что ж, давайте почитаем комментарии, мои дорогие господа, ребятухи. Спасибо большое, кто откликнулся. Вы понимаете, я не просто так говорю. Ребята, напишите комментарии, очень интересно. И кто ленивый не пишет, тому, как говорится, не будет благодарности. А вот кто... Отважный, красавчик, молодец, мужчина, тот написал: «Здорово, Володя, играю в серебре, я ливер и мне похер. Пиксы сами к этому довели, в этой и лиге нет ни щитов, ни абсорберов. Ангар мой норм, желто-зеленый. Играю полтора часа после слива за 7 дней 100 миллионов». 7 дней, ребята, неделя, и он зарабатывает 100 миллионов, он... За одну неделю прокачки этой пушки может заработать на следующую прокачку такой же пушки, на следующий такой же идентичный 11-12 уровень. То есть получается, ливер, мы еще, кстати, говорили недавно про задротов, сейчас мы говорим про ливеров. Он играет полтора часа после слива, он не задрот. Но он ливает в низкую лигу, зарабатывает миллионы серебра, и таким образом у него до хрена денег серебра, чтобы все это прокачивать. Это плюс, для него это плюс. Вопрос, бесконечно ли он так будет? Я помню, играл на гепардах, и я сказал, что вот поднакоплю, вот роботов куплю, и вот поднакачаю, и вот чемпионку приду, и меня там звали. Я пришел, и все обосрались, всем ли надавал...
пизделей! Помните, когда все обосрались, когда я пришел в Чемпион Лигу? Так вот, что получается? Этот парень будет бесконечно сидеть в Ливерлиге, потому что каждый месяц разработчики выводят новых роботов, новых пушек. И он постоянно будет менять эти роботы и пушки для того, чтобы новые и новые прокачивать. Значит, его Ливерлига будет там бесконечная. И он получает кайф, нагибая на зеленых ангарах, желто-зеленых. А в маленькой лиге он получает удовольствие. И его, ребята, судить, в принципе, если вдуматься, то зачем? Смотрите, там бегают слабые игроки на слабых лигах. Вот сейчас просто задумайтесь. Слабые игроки в слабой лиге. Он желто-зеленый, бегает и всех мочит. А, ребята, клан трэш. А, ребята, там... донатеры, которые в соло или там в пару, которые вот играют, не помню последних, они приходят к нам на базу в чемпион лиги и тоже нас унижают. Он унижает в маленькой лиге, нас донатеры унижают в большой лиге. Что меняется? Ничего не поменялось, ребята. Абсолютно, ни хрена не поменялось. Только в чемпион лиге люди тратят реальные деньги для того, чтобы нас унижать. А в его лиге люди... сливают лигу и зарабатывают серебро и прокачивают для того, чтобы тоже унижать. Разработчики, ливеры не виноваты, правильно? Согласитесь, ребята. Я, конечно, не оправдываю ливеров, ребятухи, конечно же, нет. Но я стараюсь всегда объективно мыслить по этому поводу. Он унижает там, меня унижает питерский с его командой. Ну, потом питерский пришел. Вот, а братушка поздравил с Новым годом и извинился. Еще и донат 1000 рублей прилетел от питерского, спасибо большое. Но питерский хотя бы унижает и понимает, что, блядь, унизил Володьку, пойду извинюсь. Понимаете? А некоторые игроки унижают и похеру вообще, похеру там. Понимаете? Так что ничего, в принципе-то, не меняется. Давайте дальше. Кончай. Новое есть новое вооружение, даже немного понерфленное, оно будет лучше, чем старое. Это файнтеры. То есть, качай файнтеры. Но, ребята, мы все прекрасно с вами знаем, что даже новое вооружение, которое... оно как бы считается новым, но оно потом жутко становится неиграбельным, господа. Понимаете? Просто неиграбельным. Даже вот новое вооружение, оно становится со временем неиграбельным. Хуже даже, чем старое вооружение, понимаете? Вот какая история. Так что страшно, Евгений, качать. Денису Чекулаеву большое спасибо. Поставим ему за честность, значит, лайчик от меня. Вот, здесь не будем ставить. Охеренный художник, пишет у нас, значит, охеренный художник. 150 боев где-то, если по 300-400к набивать... 5-6 боев в день. Итого месяц. Месяц! Но это 5-6 боев в день. Ребята, 5-6 боев в день по 10 минут. Это если тебя клан не отмудохал, клан трэш, да? То это что у нас получается? У нас получается час. Час в день. Месяц поиграл. Пушку на один уровень поднял. Разработчики, вот такая экономика. Уши свои ставим, разработчики, и слушаем видеоролик на большом экране. Братуха вам правду говорит. Кто вам еще так правду принесет? Кто вам преподнесет эту правду? Кто? Зауалированные и вашим, и нашим блогеры, типа Командера, да, Гликмана Андрюши, который, вот надо менять экономику, но бонусы давайте, так что ли, блядь, ну, а там что, в принципе, это чисто для того, чтобы люди не очень сильно ругались, мне кажется, вот так все сделано. Кто вам правду скажет? Вот я и вот мои подписчики. Давайте читать дальше. Как приятно звучит старый добрый таран. Это не то. Привет, Володя, где-то за месяц я собрал 200 миллионов серебра, что очень достойно. Келбеус говорит, что это достойно, 200 миллионов серебра за месяц. А мы же не идиоты, мы же прекрасно понимаем, что за 200 миллионов серебра качается всего одна пушка с нуля до 12 уровня. А пушек 3, а робот 1, а роботов 5, а пушек 15. И чё так достойно Killbills получается? Давай-ка арифметику включим. Месяц 3-4, так, 5 месяцев на робота. Это до 12-го. Я не говорю, что с 12-го до 24-го. Там 400 миллионов полностью надо вообще. Но со скидкой меньше, 240.
Вот, со скидки в 40%. Но это ускорять надо, потому что скидка одни сутки действует. Это надо голду тратить, 14 тысяч голды. Не каждый покупает 14 тысяч голды. Вот, и получается, что 200 миллионов. Давай, Килбеус, достойно, арифметику посчитаем. 200 миллионов серебра, это 12 уровня, МК-2, МК-1-12. 5 роботов, миллиард. Не, не будем в миллиардах, нет. 5 роботов, значит, 5 месяцев. По 3 пушки у робота, значит, 15 пушек, значит, 15 месяцев. Значит, получается 20 месяцев. 20 месяцев на целый ангар. 20 месяцев на целый ангар. И у тебя будет в МК-1-12. 20, мать его, месяцев. Вы просто представляете? Это, ну, почти 2 года. 2 года. А теперь подумай своей головой. Килбеус, достойно, да, подумай головой, ну и ты, и все другие мои товарищи, когда каждые 3 месяца приводится новое оружие и новый робот, а то, что ты начал качать, оно не играет, и ты его выкидываешь на помойку. Еще обнуляем, да, день сурка, сука, понимаете, каждое обновление день сурка. Вот и все, как что достойно, ничего достойного нету, чувак. Братуха, привет, дракон тащит только на дно. Я на своем ангаре месяц буду собирать столько серы, если каждый день играть. Грустно, Сережа, грустно, печально, лайк тебе. 70 лямов нужно, чтобы прокачать Тифона на 12 левел первого тира. Это пиз. Тифона, что-то первого тира. Игорь Асенов, 70 лямов, вот вместо 50. Привет, братуха, хотел попробовать вкачать дробаши с эффектом бласта. Они вообще бесполезны, эффекта не накладывается. Во втором бою на Реттере Ренанте он ни разу не наложился. И дрон споклен, спроклен, и дрон спроклен микросхемами типа Суперсион и так далее не зайдет. Эх, фарджет. Да, к сожалению, становое оружие не станет. Ну, это реалии игры Warworlds. Кто вам про это скажет? Никто! Вот, Ферджет, а я соглашусь. Орудия, которые дробаши с эффектом Blast, они не станут. Вот хоть вы обостритесь, потому что разработчики понерфили. Сначала они станили вот столько, потом разработчики говорят, жопа, и вот столько стали сделать. Ну все, то есть не станет. Здорово, здорово. Серебро и голду больше всего дают в режиме против всех. Кстати, вдумайтесь, ребята. Я бы на своей лиге копил бы эти 55 лямов часов 30. Просто не все бустеры есть. Это, наверное, разработчик. Кстати, вот этот парень с этим бананом, он все время хвалит игру, и он все время подлизывает разработчикам задницу. Ну, это я пошутил сейчас. Но он-то тоже пошутил. 55 часов 30? Подождите. Прости, пожалуйста, Реал. Я тебя хотел уже это чуть-чуть. Я на своей лиге копил бы этих 50 лямов часов 30. 30 часов, ребята. Ну все, прости, парень, прости, Реал. Прости, блин, Реал, прости меня. Я начал уже, я увидел какой-то негатив. Вот, за час 30 или что-то там, да? Час 30, да, мне показалось. Надо попить. Прости, Реал, блин. Ошибся. 30 часов. Ну, по сколько часов в день он играет? 5 часов, 6 дней. 6 дней, это вроде бы нормально. А он играет по 5, по 6 часов в день? Или по 5 часов в день? Вопрос. Armor Kill. Бафнули старые пушки. Оплите, которые... Лайк. Так, это не то... За 3-5 дней, выполняя задание, заработал около 35 миллионов. Играл очень много. Очень много играл. Не хотите играть очень много? Донатьте очень много. Вот такая экономика у разработчиков. Я на ресурсы доначу, ибо ангар себя не прокачивает. Вот, к сожалению. А разработчиков это и устраивает. Они ради вот этого комментария все и сделали. Всю тяжелую экономику они сделали для того, чтобы вы, ребята, донатили. Все, вот такая честность от разработчиков. Попробуйте оспорьте. Попробуйте, разработчики, сказать, что это не так. Привет, братуха. Мне играть 2 месяца, чтобы собрать 52 миллиона. Не может быть. Правда. Я за бой по 200 тысяч всего зарабатываю серебра. Жопа. Привет, спасибо большое, вторая жизнь автомобилей. Привет, братуха, привет. 50 лямов легко за месяц. При условии играть каждый день часа по 3.
Охренеть, один уровень прокачать за месяц. Так, уровень качается там, например, 5 дней. А 25 дней у него ничего не качается. Это с учетом, что у него ничего не качается, он зарабатывает 50 миллионов и ставит пушку с 11 на 12. Ребята, грандиозно, гениально. Но он же не будет 25 дней ничего не качать. Он будет 25 дней качать что-то маленькое, на что хватает серебра. Соответственно, он не накопит 50 миллионов за 25 дней, он их потратит. Вот и все, вот она, Александр Дорофеев, вся правда жизни. Напиши комментарий под этим видеороликом, напиши, прав я или не прав. Братишка, у тебя виз учет хорошая. Я тоже такую хочу. Ты вышел сераф, я тоже хочу. Рекомендации 5 лет назад. Так, опростативило все. Пару дней, если рекламу крутить. Аквариус, вот. Ему дизлайк ставим. Пару дней 50 миллионов. Ну ты даешь. Так, 2 недели 55 лямов. Если играть каждый день, но я не играю. Смысла нету. Игры испогнели. Испоганили игру. Понял? Спасибо, Роб. Спасибо большое. Братуха, ты тоже донатер. И ты тоже поддерживаешь ту дичь, что творят разработчики. Дизлайк. Почему? Потому что 2000 рублей в полгода это не донатер. Донатер тот, кто покупает ангар сразу. Весь. Понял? Понял, нет? Понял. А я не покупаю ангар весь, понимаешь? У меня Марс через месяц появился. И то Константин задонатил, понимаешь? Серафа Полярный задонатил. Вот, понимаешь? Нет, не понимаешь. Еще с тобой разговаривать. В общем, вот такая вот, ребята, информация. Сообщений, конечно же, мало. Было бы больше сообщений, было бы интереснее. Ну, кто-нибудь такие вот интересные всякие сообщения. Ну, а мы давайте сейчас пойдем в бой, сгоняем. Посмотрим, сколько мы с прем-аккаунтом будем зарабатывать. Ну, конечно, у меня роботы хорошие, базара нет. Но не у каждого есть такие роботы. Вот, давайте в режим против всех сегодня сходим. Можете даже всем ребятам рассказать, братуха, в режиме против всех. Проверим, как зам больше всего серебра зарабатывает. Вот много говорю, много хочется. Давайте серафа возьму. Пить. Рот сохнет. Ну что, где я? Бля. Надо фраги подтрахивать. Дамаг. О! Вот тот сильнее оказался. Быстро съел. Сопротивлялся долго, нет. Марса давайте возьмем. Режим против всех, господа. Чемпион лига. Братуха тащит, блядь. Смешно просто обосраться. Ё-моё, блядь. Вы сами видели, кто тащит. Вот тут этот хер тащит. Ёпты. Понимаете? Вы же не идиоты. Вот достаточно одного такого хера, который всю команду перестреляет. На ХП моё смотрим. Танк, ретро-ревенант, ребята. А это робот поддержки. Робот поддержки, понимаете? А я танк. Блять, не могу. А зачем ты на него прешь? А на кого мне переть, когда их всего тут три, блять? Вот все, неизменный лидер, пожалуйста. Молодцы разработчики, умеют делать роботов.
Все, вот этот парень денег заработает. Сука, у меня даже титан не успел зарядиться, на. Попадаешь с кем-нибудь равным себе. Он его в полете убивает, ребята. Видите, он в полете умирает. Все. Еще раз летит, точно умрет. Как можно воевать, скажите? Я его без полета вот на земле убить не могу. А у него сопротивление в полете, понимаете? Да я даже аптечку жрать не буду. Ну. Не, съем одну. Все нахуй, не могу, блядь, режим против всех, играй, братуха. Больше серебра заработаешь. Не, у меня нет желания титана выводить. Кормить эту суку. Все, ребят, поаплодируем этому молодцу, красавчику вообще. А, не, еще кто-то вышел в бой. Ну, давайте посмотрим. Решил потягаться какой-то член. Тупой, наверное, какой-то. Не понял, в чем смысл игры. А этот завис, наверное, или что? Или вообще игра зависла, я не понимаю. Наверное, игра зависла. Мне даже еще и серебра не отцепят. Вот, заебись. Да набивай на мне, ё-моё. А то он меня убьет. Бей меня, пацанишка, бей. Да меня бей, не его. Пацан, бей меня. Мы даже объединились. Понимаете, какая шляпа? Ты умер, нет? Ой, слился, смотрите, сам ушел. Говорит, надоело мне, говорит, сейчас возьму серафа. А, титана. Ну, понятно. Титана взял. Титан тоже на новом вооружении, обратите на мое ХП. Моментально. Мои дробаши говно на помойку. Вот, пожалуйста, вам. Кто рулит балом? Ну прям как и я, любит высоко посидеть. Все, победил всех. Не, парень, там сопротивляется парень до последнего. Цыгана. Не могу. Гениальная игра вообще. Режим против всех. Чемпион лига. Заходите, играйте. Вам всегда тут рады. Вот такие вот персонажи. Ну, фаерболами быстро застанил, смотрите. А там, вот, разработчики выпустили нового титана, новое оружие, новые спиры. Все, что сзади вот так отодвинули у себя в офисе, да, и вот видят, вот все нагибает. И они довольные. А в шкуру тех людей окунуться разработчики не хотят. Им похуй, им насрать, кто где, чего и как, и мучается. Вот они выводят и счастливые. Да, смета новая подошла. Это в помойку, это опять разрабатывать. Вот так они и работают.
Понимаете, как, блядь, ну как БАДы продают, понимаете, бедным несчастным людям, которые со слепые, да, им продают ясновид, остроглаз. А по сути там ничего не лечат, там биологические добавки, а не лекарства. Понимаете, такая же система и здесь. Вы выдать продукт игрокам, пусть мучаются. Все. Он понимает, что если он сейчас взлетит, тот может забиться вот сюда. Оно и не взлетает. Но время тянет тоже. А тот 10 минут сейчас играет. Но парень не забивается. Парень, смотрите, бьется. Нет, все-таки пошел прятаться. Ну и правильно, потому что в воздухе новый вот этот робот, как его зовут, Энглер или что? Не знаю, как его зовут, блядь, Титан. Вот, он в воздухе убивается меньше. Он еще и боится. У тебя сколько хп? Трус. Блядь, в размен боится идти, представляете? Блин, он трус. Вот этот Титан просто цикло. Ну, то есть владелец циклана, Титана цикло. Там штормы даже какие-то, ужас. Минуту тянет, придурок что ли, нет? Наверное, обморок. Или неужели так хп мало? Да ну, я ему не нанес никакого хп. Он еще кто-то там пошел в бой. Вторая корона. Может, кого-то успела завалить. 24 секунды. Вот это режим против всех в чемпион лиги. Показательно, наглядно, пожалуйста. Без монтажа, без... Первый бой, все. Как вы считаете, мне захочется туда пойти еще раз? В режим против всех. И у меня четвертое место. Из шести. 130 тысяч серебра. Поаплодируем тому парню, у которых в режиме против всех больше всего серебра дается. У нас в чемпион лиге по-другому. Ребята, я успел настрелять 2 миллиона, 0 убитых. Этот даже просто слился. Рушка, Crazy Man. Вот, поаплодируем этому парню, который, ну, не виноват ни в чем. Он вышел достойно на своих крутых роботах, убил всю команду, 8 миллионов с половиной настрелял, заработал, ребята, 4600 очков чести, то есть это где-то миллион серебра с прем-аккаунтом, плюс еще 1,5 миллиона, а если еще рекламу, то все 2 миллиона серебра, вот он получил 2 миллиона серебра, примерно, ну минимум 1,5 миллиона серебра. С прем-аккаунтом. С бустером 2 миллиона серебра. Даже больше там. Может даже 2,5 миллиона серебра за бустерами. Вот так, ребята. За 10 минут. 2,5 миллиона серебра он заработал. Ну, примерно. Crazy Man, если ты меня смотришь, напиши, пожалуйста, в комментариях, сколько ты заработал за этот бой. Вот так вот, ребята. И только потому, что у этого члена, у этого игрока, понимаете, ну, члена игры, 7 миллионов 200 среднего урона. Он играет в чемпион лиги постоянно. 92% побед. Он там фармит. Фармит на лохах. Как я. Вот так. Понимаете? На обычных игроках. Ему достаточно просто одного робота. На спирах. Но он даже здесь не остановился. Он еще второго вкачал. Ну мало ли одного убьют. Он второго вкачал. Все. Дальше ему скучно, надоело играть. Он выкатил Титана, потому что за Титана тоже очки чести дают. Вот вам, пожалуйста, режим против всех. Хотите играть, играйте. С вами был Братуха, подписывайтесь на игру Варобот, блять. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии, ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока. А вы, разработчики, мотайте на ус,
Что вы сделали из игры? Вы ее испоганили. Вы изуродовали игру.